Всероссийский слет – это итоговое событие года студенческих отрядов. В 59-й раз студентов из 74 регионов России масштабный молодежный слет встречает в Ростове-на-Дону. В числе участников в нынешнем году и делегация из Беларуси, а это 12 представителей из 6 областей республики и города Минска. Эти ребята не только отличники научной деятельности, но и активисты Белорусского республиканского союза молодежи. В их числе 4 студента Полоцкого госуниверситета. Это командиры студенческих отрядов «Эврика» и «Зочи», командир Всебелорусской молодежной стройки и командир штаба трудовых дел Полоцкого государственного университета. Мы встретили ребят в Ростове-на-Дону, теми, с которыми работали 4 года назад, 3 года назад, 2 года назад. То есть там все представители были от каждого университета, от каждой стройки, на китайской, воронежской, нашей белорусской атомной электростанции. То есть мы там встретились. Программа слета насыщенная. Творческие фестивали, мастер-классы, пленарные заседания, конкурс красоты и талантов. 5-я Всероссийская спартакиада студенческих отрядов Российской Федерации. И несмотря на то, что белорусские ребята в этом году выступали лишь как наблюдатели, впечатлений уйма. Больше 3000 участников было. И когда все в бойцовках, все с гитарами, все в кругу поют песни, то есть это очень атмосферно было. Романтика. Да, романтика студенческая. Самое впечатляющее мероприятие – это был творческий фестиваль на всероссийском слете. Там были основные три направления – это танцевальное, музыкальное и театральное. На самом деле там ребята выступали на таком довольно-таки высоком уровне. Некоторые ребята выступали, некоторые отряды выступали даже на профессиональном уровне. И было приятно посмотреть. Когда я посмотрел на уровень всероссийского слета, я понял, что у нас все на высоком уровне также. И даже вот если взять, как сказал Сергей, творческие все эти мероприятия, я сравнил то, что показывали мы, и я хочу сказать, во многом мы не отставали и где-то даже были выше. В следующем году юбилейный 60-й Всероссийский слет студенческих отрядов будет проходить в столице России, в Москве. Наши ребята планируют попасть и туда. Карина Херсан, Артем Табаков, Вектор ТВ.